Отряды назову. Итак, на сцене самый маленький отряд, 10-й. Танцы, еще и девушек горят.
будете ждет успех! Любят этот сладкий продукт. Кто запомнил, как называют 8 марта? Шоколад. А вообще в последнее время эта сладость стала обозначать, значит, все нормально. Даже не просто нормально, а все замечательно, удивительно. Все хорошо. И нас, 8 отряд, старается убедить в том, что у них не только сейчас все хорошо, но и всю смену будет. Все отлично. Итак, наш 8 отряд «Шоколад». Давайте поприветствуем их. Шоколадная фабрика. При помощи чего? Да, прочно в нашу жизнь телефона вошли эти смайлики. И я надеюсь, 7 отряд тоже прочно войдет в нашу лагерную жизнь и займет очень яркое место, будет создавать нам настроение, потому что это отряд смайлики. Встречайте! Ура! Молодец!
улыбайтесь лучше нас. Молодцы, девчонки. Я смотрю, атмосфера у нас в зале все теплее и теплее. Накаляется совсем другой смысл, да? И даже на мир начинаешь смотреть совсем другими глазами. Как будто бы все раскрашено яркими, прекрасными красками, как палитра. Итак, встречайте визитку 6-го отряда «Палитра». Посчастливилось мне в течение многих дней встретить странных людей. Вот оранжевый папа, у папы такая же шляпа. Мини-Макс!
хотела сказать. Минимум грусти, максимум смеха. А у них, оказывается, это уже в дивизии, или я его запомнила с линейки. И поэтому вы получаете замечательный диплом в номинации «Золотая середина» между мини и макси. Молодцы! Успехов вам в этой смене! Я хочу вас спросить, вы быков боитесь? Нет! Не боитесь, а вы их видели? Да! Ну, кроме как по телевизору? Да! А вживую кто видел? Я! О! Вы посмотрите, а красных быков видели? Нет! Не видели? А Red Bulls видели? Да! А это что такое? Напиток! Напиток! Но вот сейчас прольется у нас сюда, на эту сцену, Red Bull, и мы все будем просто летать. Встречайте второй отряд! Девочки и женщины, встречайте четвертый отряд.
Thank you.
номинации «Гармония во всем». И это мы сейчас увидели. Ну и подходит у нас к концу наш фестиваль визиток. Ну а в конце я хочу сказать. Стильно ходят и поют, стильно кушают и пьют, стильно одеваются и стильно выражаются. Даже телефон мобильный у стиля ужасно стильный. Правда, стильность его то, отряда этого, что в лагере очень нужен он, ну, чтобы стиль показать. Итак, на сцене стиляги, первый отряд. Здесь не надо сильнее, быстрее, выше. Здесь нужен драйв, ну, энергия. Вот отсюда. Yeah.